Степ, а ты взял какие-нибудь музыкальные инструменты? Нет. А на чем ты будешь играть? Ни на чем. Может, ты тогда уйдешь? Степ, да Степ. Степ, хорош. Не начинай, Степ. Политическую? Давай, давай. Недавно Обама договорился встретиться с Путиным. Степ, хорош. Степ. Что же, а наш следующий гость Александр Головин. Привет, Саш. Здорово. Привет. Замечательный актер. Вы, наверное, знаете его по таким фильмам, как «Ералаш», «Повелитель луж», «Кадеты», «Тайна волчьей пасти», да? Да. «Невеста», «Сволочи», «Вы не оставите меня». Ну, встань, некрасиво. «Крыша», «39-й участок», «Елки на измене», «12 месяцев» и «Женщины против мужчин». Таир Мамедов. «Елки 2» и «Елки 1914». Актер. А почему ты, кстати, не снял ботинки? А вы здесь? Саш, а ты вот расскажи, что тебя может вдохновлять. Ну, ты же актер, да, иногда. Ты вживаешься в роль, и вообще ты, когда готовишься к съемкам, что ты обычно, или это все три раза? Чего ты говоришь? Я говорю, смотри, вот... Вот у тебя есть девушка, да? Да. А ты можешь описать ее вот одним словом каким-нибудь? Космос. Нет, другим. Мы смотрели «Елки», нам очень понравилось. И там есть одна сцена. Нам, в общем, нас она потрясла вот игрой и всем. И мы бы хотели сегодня по ролям, вот, чтобы ты с Драком сыграл одну из сцен. Сцена, где вы спускаетесь на сноубордах по лестнице. Я второй тип. Я не, ты с себя играешь, я второй тип. Окей. Все, давай начинаем. Угу. На счет пять. Раз, два, пять. Я первый. Баба Маня! Ты что, Баба Маня убил? Ты не в форме, да? Не-а. Саша, расскажи о своих творческих планах. Ох, моих творческих планах. Ну что, здесь снимаешь кино? Спектакль, интерпризу новую. Сейчас сделаем. Угу. В кино я снимаюсь, в сериале. В Киеве. Акробатика у нас сейчас на Первом канале. Тоже только начнет скоро. Воздушная, художественная. Интересно? Давай не сейчас. Я, кстати, очень люблю фильм «Сволочи». Я был очень им вдохновлен. Я 2 года после этого воровал. Слушай, вот у тебя на носке написано «спорт», да? Ты вот увлекаешься спортом? Да, я люблю спорт. А какими видами? Расскажи поподробнее. Я гонял на скутерах, шестиколесные гонки на скутерах. 3 года назад в регби. Давай не сейчас.
Вообще спорт люблю. В целом? Ну, в целом. Типа, вот спорт или мама? Мама. А ты? Спорт? Я мама. Что же, это был Саша Головин. Все. Это интересно. 14-летняя рыба-бухгалтер каждый раз вздыхает, слышав слово «отсчет». А такое великолепное чувство юмора у меня все потому, что в последнее время все больше популярность приобретает такое новое модное молодежное направление, как КВН. Евгений Никишов, Михаил Башкатов, Сергей Писаренко. Все эти невероятные, удивительные люди, звезды телевидения, являются выпускниками великолепной школы КВН. И даже Михаил Шац. Прекращай. Что ж, зайдем внутрь, чтобы немножко побольше узнать о том, что же все-таки такое КВН изнутри. Что ж, пойду пожелаю удачи нашим ребятам. Будем держать кулачки за наших ребят! Здравствуйте, меня зовут Артем, и я алкоголик. Я Сергей, и я тоже алкоголик. Мужик, ты что, это КВН, сцена такая, давай, иди. Девочки, запомните, Бекхэм давно не играет. Я так больше не могу, это какое-то дерьмо. Молодец! Какие еще? Знаете? А это скоро закончится? Да чего вы так орете? То есть дом 2 сегодня мы не... Вы на кухне. Как по крику? Так. Мяч у нас. Не выпустили. Ну как? Ну что ж, КВН — это замечательная древняя игра молодежи, которая объединяет веселых и находчивых людей. И она не заканчивается. Мы всегда движемся дальше. Ты направь свою рогатку на того, кто просит взятку. Глаз чиновнику долой, а по птичкам ой-ой-ой. Элла, это что такое?